Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как создать кисть-штамп. Подпись нужна для того, чтобы вашу картину не увели. Смотрите, у меня даже она в нескольких частях арта, потому что некоторые части фотографии могут обрезать, а так они точно не обрежут, и ваш рисунок останется авторским. Для начала мы переходим в приложение Procreate. Потом создаем холст, допустим, возьмем квадрат из стандартных. Вот, мы его создаем, и сразу мы его заполним вот так вот черным цветом. Нажимаем цвет фона и убираем его вот сюда, в черный уводим. Все, есть. Так, теперь мы возьмем любую кисть и белый цвет. Мы можем поступить по-разному, либо написать то, что мы хотим видеть на фотографии, свою подпись, либо ее потом уже написать шрифтом. Вот таким вот образом можно делать, как вы хотите. Я утрирую, можно вот так вот сделать. Допустим, это одна из вариантов подписей. Сейчас я ее не буду рассматривать. Заходим в действие. Так, добавить текст, и напишу свою подпись текстом. Кис, хэштег, арти. Допустим. Смотрим. Так, нажимаю править текст, выделяю его и вот сюда нажимаю. Здесь можно выбрать любой шрифт, который вы хотите, который вам больше подходит и откликается. Можно взять любой. Так. Я даже не знаю, какой хочу. Мне все нравятся. Можно сделать жирным, либо вот таким тоже. Все, как вы хотите. Так. Можно вообще сделать и размер поменьше, либо вот так вот ближе, дальше буквы сделать, вот. Либо можно сделать вот так. Мы уберем подчеркивание и вот сделаем, чтобы была подпись вертикальная. Тоже будет неплохо смотреться, особенно при некоторых шрифтах. Так. Смотрим. Так. Можем ближе поставить. Вот таким вот способом. Пожалуй, я оставлю вот этот вариант, только уберу интервал. Так. Очень красивый такой текст получается. Я его вот так вот делаю на весь экран. И можем что-нибудь дорисовать. Например, какой-нибудь Louis Vuitton поставить. Кстати, кисть Louis Vuitton создается по этому же принципу, которому я сейчас вам показываю. Так, кисть жемчуг, кстати, если вы хотите, чтобы я провела мастер-класс, записала видео, как сделать вот такую кисть жемчуг, то обязательно пишите мне, я покажу вам, как ее создать. В принципе, неплохо смотрится, но мне не особо нравится, поэтому можно просто оставить в таком виде, либо сделать вот так. Угу. Так, и теперь я нажимаю галерея, выбрать, поделиться, джпег,
и я сохраняю. Так, теперь перехожу на любое свое изображение. Вот, пожалуйста, с Арсением Поповым можно перейти. Хотя нет, по-моему, у меня здесь нельзя создать слой. А, нет, можно. Так, давайте возьмем любую кисть, другую. Так, вода, ну, допустим, пятно. Возьмем пятно, нажимаем дублировать, заходим в эту кисть, форма, текстура формы, импорт, импортировать фото и нажимаем на нашу готовую кисть. Сейчас ее попробуем. Так, что мы видим? Мы ее не видим. А, нет, она есть. Допустим, возьмем черный цвет, посмотрим. Так, она некрасиво прыгает. Сейчас мы это с вами откорректируем. Так, смотрим. Далее. Pencil. Размер. Вводим вот сюда. Так, пробуем теперь. Так, все равно она сильно прыгает у нас. Мне это не нравится. Так. И случайно убираем. Все, супер. И теперь она у нас не прыгает, когда мы убрали случайно. Случайно вот она у нас попрыгала. А если мы убираем случайно, то вот она ровно стоит. Все, супер. Также можете отрегулировать размер вот здесь. Так, Apple Pencil. Так, это мы не трогаем. Так, свойства. Максимальный размер можно сделать еще больше. Нажимаем ориентирование по экрану и больше ничего не трогаем. Нажимаем готово. И смотрим, что у нас получается. Вот такая красота. Смотрите, вот мы создали нашу кисть-подпись. Вы можете ее сделать меньше, вы можете ее сделать больше. Как вам больше нравится. И пользуйтесь. Я подключу свой вот этот слой. И можно вот здесь вот оставить аккуратненько свою подпись. Вот такая красота получается. Пишите в комментарии, если понравился урок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите идеи для следующих видео.